Так, отель наш как называется? Какой-то такой интересный пост. Пост, типа аэропорт Флигапост или что-то. Короче, как будто это, ну, аэропортовский какой-то. Недорогой, 62 евро, но, мне кажется, очень классный. Вот есть даже утюг с гладильной доской, есть тапочки такие тоненькие. Так. Да, это удивительно. Это что, мыло? Нет, это, я думаю, чистить обувь. А, сейчас. И этот, и... Да, это чистить обувь и... Это... Иголки с нитками. Да, иголки с нитками. Вообще классно. Да, возьми. Не знаю, мне кажется, еще не кончилось. У меня есть. Так, дальше идем. Туалет. Вот. Душ. Кстати, давай-ка свет включим, посмотрим. Это там, наверное, снаружи. Ага. Так, смотри, тут всякой всячине. Опять нитки, иголки. Тоже зубные щетки есть. Да. Я восхищен. Палочки всякие эти. Ну, для даже, душа. Для даже, душа даже, две. Даже стаканы для вина. Две зубных щетки. Бритвенный набор с кремом, кстати. Вот. Бриться вот это зеркало очень удобное. С этим... Покажи фен, потом, как ты греешься. Фен. Так. Полотенец. Раз, два, большие. Три, четыре, пять. Пять полотенец, точно. Так, дальше идем. Чайник есть. Чашки. Кофе, чай, даже эти шокодринки. Ну, это очень хорошо. Да, и эти, как они называются, сливки даже. Да. Ну, вообще, есть фужеры, стаканы, пожалуйста, пользуйся. Холодильник есть? Будильник даже есть. Холодильник есть. Ой, слушай, отсюда такое тепло, смотри, сколько в холодильнике всего. Да, круто. Хорошо они тут встречают. Ну, цена такая, 2 евро, так что не очень дорого. Можно спокойно, если уж хочется взять. Вот. Ну что, кровати отдельные, все в порядке, тепло. Мы переживали, что будет холодно, как в том аэропортовском в Париже, да? Когда нас разместили прямо возле окна. Да, стоил он, ого-го. 140 стоил. Да, это а этот 62. 62, да. Нам 62 намного больше нравится. Не надо со светом с этим мучиться, да? Вообще да все. Он тут был вообще как капсула такая. Капсула, не говори-ка. Такая. Да, так и было. Здесь мне все нравится. Все здорово. Ну что, всем привет из Штутгарта.